Мы ведь собираемся поужинать, верно? Блять. Я надеюсь, игра не вылетела. Блять. Игра вылетела. Заебись просто. А перед началом этого видео попрошу поставить лайк и написать любой комментарий. Это поможет в продвижении канала. Спасибо! Всем привет! Вы на канале DevPlay, и сегодня мы будем продолжать проходить любовный кубик. Погнали! Пока я вставал, чтобы проводить их, Андоу-сан повернулась ко мне. Спасибо вам за все, Цузуруги-сан. Похоже, что я смогу написать действительно хорошую статью. И все это благодаря вам. Не все, конечно. Извините, что совал свой нос не в свои дела. Я ведь просто ее ассистент. Ох, нет, прямо сейчас я могу сказать, как хорошо вы доверяете друг другу. Поэтому все хорошо. Спасибо за участие. Сейчас, с вашего позволения. Она и Акира-чан быстрым темпом ушли из офиса. Ее прощальный взгляд был просто идеален. Я очень сильно устала. Иори развалилась на диване. Ее конечности просто распластались на диване. Она полностью выбилась из сил. Ты хорошо постаралась. Поначалу ты неохотно отвечала на вопросы, но потом ты неплохо справлялась со своей задачей. Я сел рядом с Иори, и она положила свою голову на мои колени. Нет, это все потому, что ты смог помочь мне. Я очень рада, что ты был со мной, но... Я же не создана для того, чтобы давать интервью, не так ли? Ишитака-сенсей общается с фанатами через свои работы, не так ли? Мы оба посмеялись, я продолжал гладить ее голову, которая лежала на моих коленях. Это все выглядит так, словно я награждаю ее. Извини, что заставил тебя сделать это из-за моего эгоизма. Все в порядке, я хотела сделать это. К тому же, я очень рада, что ты смог заступиться за меня. Если бы я знала, что ты так... Что ты так поступишь на этом интервью? Я бы согласилась, не раздумывая. Иори. Она все еще наслаждалась тем, что лежит на моих коленях. Я склонил свое лицо. Ты смогла переселить себя и пошла на интервью. Спасибо тебе. Спасибо тебе за все. Она медленно закрыла глаза и повернулась ко мне лицом. Словно цветок поворачивается к солнцу. Ичинари? Ичинари поцеловал меня? Тихи! Она выглядела совсем иначе. Она прижимается ко мне, как кошка. Она практически мурлыкает. Я должен работать усерднее. Для того, чтобы я смог стать хоть чтобы я смог хоть немного приблизиться к твоему уровню. Ты уже достаточно поработал, Ичинари. Я не думаю, что тебе нужно что-то менять в своей манге и в своем стиле. Да, я ценю твое мнение, но... Я буду работать усерднее над своей мангой не только для себя, но и для тебя. Манга — это то, что связало наши судьбы вместе. Поэтому я пойду по этому пути. Я хочу стать опытным художником и использовать свои работы для того, чтобы защитить то, что мы имеем. Ичинари. Ее глаза медленно расширялись, пока я произносил свою речь. Да, такая речь, это вполне в твоем духе. Хи-хи. Затем она счастливо захихикала. Я должен был понять это давным-давно. Жаль, что я так долго искал свой ответ. Нет, не совсем. Она медленно встала, а затем села ко мне на колени. Я знаю, что ты пришел к этой мысли после долгих рассуждений. И я думаю, что это идеальный ответ. Это ответ того Ичинари, в которого я влюбилась. Мое сердце сейчас словно готово взорваться.
Можем ли мы выйти на минутку, только между нами? Итак, я могу получить свою награду за интервью. Опять ебаться хочет. Иори, ты очень очаровательна. Хорошо, пошли. Да, я готова. Эх, везучий сукин сын. Я думаю, что гормоны счастья – это хорошая вещь. Хи-хи. О, ты чересчур милая. Я тебя сейчас как обниму? Тогда я обниму тебя в ответ. Мы обнимали друг друга так, словно мы единственные люди на свете. Если они хотят смотреть на нас, то пусть смотрят. Пусть они смотрят на меня и на мою потрясающую девушку. Я был полон гормонов счастья. Мне уже было все равно. Ух, но... Как это было для тебя? Может быть, тебя немного смутило то, как я себя вела? Она тревожно смотрела на меня. Нет. Честно говоря, я действительно завелся. Действительно? Ты не лжешь? Но, блин, у мужиков лгать как бы не очень выходит. Если не завелся, то хуй не стоит. Я никогда не думал, что мне понравится доминирование, и садизм, и все остальное, но... Это было здорово видеть твою покорность, поэтому я полностью увлекся процессом. О, господи, он ее отшлепал. Конечно, ты могла мне все сказать, верно? Да. Конечно, я могла. Я очень счастлива. Хи-хи. Я боялась говорить тебе о моем фетише, но я очень рада, что у меня хватило смелости сделать это. Она излучала немного нефильтрованной радости. Много нефильтрованной радости. Цепляясь за мою руку, она нюхала меня. Чего? Я была очень рада, когда ты сказал, что будешь усердно работать ради нас, но... Больше всего я хочу видеть тебя счастливым, поэтому... Если есть что-то, что я могу сделать, просто дай мне знать, хорошо? Будь то наша работа или отношения, я сделаю все, что будет в моих силах. Иори, я сильно привязался к ней. Я протянул руку вокруг нее и обнял еще раз. Спасибо, Иори. Я сделаю все, чтобы ты всегда знала, как я себя чувствую. Да, я бы хотела знать это. Спасибо. Хотя мое тело не может справляться с такими вещами каждый день. Я сделаю все возможное, чтобы улучшить свою выносливость. Она показывала лицо полное решимости. Я думаю, что мне тоже предстоит поработать над своей выносливостью. Честно говоря, я немного боюсь того, что будущее готовит нам. Я тоже сделаю все, что в моих силах, чтобы поддерживать счастье в вас троих. Ха-ха, да, мы рассчитываем на тебя. Теперь, так как мы уже закончили, как насчет того, чтобы пойти куда-нибудь поесть? Ведь это нормально иногда проводить время наедине. Да, хорошо. Я напишу остальным и дам им знать. Да, спасибо. Я написал Надоки и Акиричан, и они быстро отреагировали, сказав, что также ждут следующего свидания. Пока наши руки переплетались, Иори и я шли по улицам Якогамы. Зырк! Мы ведь собираемся поужинать, верно? Блять. Я надеюсь, игра не вылетела. Блять. Игра вылетела. Заебись просто. И я камбэкнулся. В общем-то, там в русике был корявый файл, и я написал авторам перевода...
В общем-то, мне помогли, и теперь все обратно работает. Да. А еще в этом промежутке я успел немного накидаться, поскольку сейчас у нас тут 8 марта идет. В общем-то, как всегда, в половине выпусков я поддатый. Ладно, погнали! Сэмпай, могу ли я тебя кое о чем спросить? Не мог бы ты мне помочь с очередным мероприятием? Мы решили передохнуть, но только попросила меня об услуге, пока мы расставляли закуски для всех. Конечно, без проблем. Ты снова не успела написать манускрипт вовремя? Почему манускрипт? Рукопись, блядь! Господи! О нет, в этот раз с ним все в порядке. Я хотела бы попросить, чтобы ты мне помог с моим стендом. Поскольку ты усердно работал с ним в последнее время, я бы хотела тебя попросить помочь мне, если ты, конечно, не против. Остальные работники сказали, что ты неплохо справился. Это никак не влияет... Боже. Это никак не повлияет на работу, которую вы здесь делаете, поэтому Ичинари... поэтому если Ичинари не против, почему бы и нет? В конце концов, вы давно не оставались наедине друг с другом. Пора и вам поебаться, так сказать. Да, Ичи, ты должен помочь ей. Иди с ней, словно парень идет на свидание со своей девушкой. Иори и Акира-чан озвучили свои мысли вслух, и в то же время они расставляли кружки на стол. Конечно, все же это не такая уж и большая просьба. Спасибо, я бы очень хотела, чтобы ты мне помог. Поможем, куда я денусь-то? И поскольку я тебя вовлекла во все это, ты всегда сможешь нарисовать несколько иллюстраций в качестве гостя. Я могу забрать у тебя твою додзинси девственность? Знаешь, ты очень мила. Для того, чтобы так пошло шутить. Я упрекаю Надоку, пока она смотрит на меня сквозь свои ресницы. Кроме того, если мои работы будут на твоем стенде, это снизит общую стоимость твоих додзинси. Ты же знаешь, насколько плохо продаются мои комиксы, верно? Воу, почему ты так себя угнетаешь? Ну, блядь, они плохо продаются, реально! Господи, кто кого угнетает, это реальность, девочка! Да, это не очень хорошо, не так ли? Я не ожидал, что вы на меня так накинетесь. Мне немного стало больно от их реакции. Хотя, думаю, что я первый, кто поднял эту тему. Глупенький сэмпай, ты очень сильно себя недооцениваешь. Не важно, как они продаются, важно, как ты работал. Плюс, разве я тебе уже не говорила? Моя мечта — это рисовать додзинси вместе с тобой, сэмпай. И ты обещал, что исполнишь мою мечту. Помнишь? Паразит. После последнего события, что однажды мы... сможем выпустить додзинси, которые нарисовали вместе. А где смысл в переводе, я вообще в душе не ебу. Нет, конечно, я не забыл такое важное обещание. На самом деле, после того, как я увидел, как ты рисуешь додзинси, я решил, что тоже попробую нарисовать такое. Но я также понял, что ты относишься к ним совсем иначе. Поэтому, если я попытаюсь нарисовать додзинси, то постараюсь нарисовать ее правильно. Сэмпай! Я смотрел в глаза Надоки, пока отвечал ей. Акира-чан наклонила свою голову, смотря на нас. Тогда ты не можешь просто сидеть и ждать, а должен взять и попробовать сделать что-то, чего не делал раньше. Я имею в виду, что ты должен вложить душу в эту работу, Такичи. Вот что значит рисковать, не так ли? Как, например, когда тебе предложили стенд в магазине просто потому, что кто-то вовремя не успел положить журналы. Все, что действительно имеет значение, это твой выбор. Акира-чан. Я согласна. Если ты хочешь что-то нарисовать, значит, это хорошая причина,
чтобы просто взять и нарисовать. К тому же, я уже исполнила свою мечту, а именно рисовать мангу вместе с тобой. Поэтому я тоже хочу помочь Надоке исполнить ее мечту. Если у вас будет мало времени, я могу немного освободить рабочий график. Так что я думаю, ты должен попробовать. Иори. После того, что я услышал от Акеры и Иори, я повернулся лицом к Надоке. Извини, сэмпай. Ты, наверное, неправильно меня понял, но... Если это возможно, я бы очень сильно хотела создавать додзинси вместе с тобой. Именно к этому я стремилась после того, как мы расстались и больше не виделись. Надока. Я знаю, что это все довольно неожиданно. Но я буду ждать, когда ты сможешь исполнить мое желание. Она прислонилась лбом к моему плечу и шептала мне на ухо. Ее улыбка выглядела обеспокоенной. Извини, Надока. Нет, все в порядке, я не заставляю тебя делать это сейчас. У нас еще достаточно времени. Нет, это не то, что я имел в виду. Я думаю, что они правы. Сэмпай? Ее глаза расширялись, пока я гладил ее по голове. Извини, что так долго откладывал. Даже несмотря на то, что ты для меня сделала. Может быть, у меня не очень хорошо получится, но... Могу ли я тоже как-то поучаствовать в твоем додзинсе? Сэмпай? Ты серьезно? Ты не шутишь? Разве я когда-то шутил на такую тему? Сэмпай! Я счастлива! Я так счастлива! Я так счастлива, что... Я сейчас заплачу! Спасибо, Иори и Акира-чан. Извините, что был таким плохим парнем. Я вложу свою душу в эту додзинси. Я коротко склонял голову перед ними в знак благодарности. Ничего страшного. Я твоя девушка, и Надока для меня также сильно важна. Это работа девушки направлять своих безнадежных парней в правильное русло. Ты меня опять оскорбляешь, сука мелкая. А хотя ты дал довольно мужественный ответ, значит ли это, что я должна похвалить тебя? Акира и Иори довольно улыбнулись. Иори-сан, Акира-чан! Я люблю вас очень сильно! И я очень рада, что вы две мои друзья, лучшие друзья, любовники. Да без разницы! Главное, что у меня теперь есть твой... Надока, ты сжимаешь нас слишком сильно. Не стоит плакать по таким пустякам. Ну же, иди сюда, прижмись к толстой груди сестренки. Они готовы и ждут тебя, Надока! Ох, теперь мне одиноко. В обе такие милые, ну же. Я уверен, что мне повезло, что у меня есть такие потрясающие девушки. Я смотрел на их улыбающиеся лица, благодаря их снова и снова за то, что они терпят мой эгоизм. А в чем эгоизм? Теперь идите и закончите свою работу. А затем можете быть свободны. Да, Иори-чан, я подождем вас здесь. Поэтому идите и повеселитесь. Спасибо. Хорошо, сэмпай, пошли. Закончим работу, которую нам сегодня нужно сделать. Отлично. Давай сделаем это. Пожалуй, я лучше потрачу время на то, чтобы закончить свою работу. Ах, и я тоже. Честно говоря, Ичи уже стал немного походить на настоящего парня. Не так ли? Ну, уже хорошо, что он сам не против, чтобы мы его меняли. Да, мы действительно изменили его. Они обсуждают, как сделали из него каблука, что ли? Ну, конечно, знаешь, что ты тоже очень важна для меня. Я буду делать все возможное, чтобы помочь тебе. Ты тоже многое для меня значишь.
Акира-чан. Я тоже сделаю все возможное для тебя. Нюх, ты очень милая. Ну уже иди, приседай на коленки сестренки и позволь ей погладить тебя. Ну уже гладить. А нет, это просто замечательно. Ну что ж, на таком чудесном моменте мы их сегодня и покинем. Всем спасибо за просмотр и всем пока.